Хорошо, хотелось бы послушать следующую историю. Меня зовут Ирена. Я тоже бухгалтер. В общем, рабочий стаж 32 года. На последней работе я работаю 11 лет. И когда я подошла к директору и попросила увеличить мне зарплату, оказалось, что бухгалтер не приносит прибыль, и ему не надо увеличивать зарплату. Так что вот. И меня не устраивает моя теперешняя зарплата и моя будущая пенсия. И я уверена, что с коралловым клубом я смогу все это изменить. При помощи вот кораллового клуба, моих наставников, я думаю, что это все изменится. Ну, в коралловом клубе я увидела возможности. Во-первых, возможность изменить свое здоровье. На Coral Detox я сбросила 4 килограмма, влезла в свои старые юбки. У кого проблема другая, у меня вот это вот как раз то, что надо было. Старые юбки и старые платья. Ну и, конечно, есть возможности организовать свой бизнес международный. Я хочу поехать на форум 2020 в статусе мастера. Пойти на сцену, пожать руку нашему президенту Леониду Лапку и со словами благодарности.